АВ-2 танк командор. Еще одна одиночная карта. Танк командор. Видит танковый командир. Поначалу эту карту не нашел, но потом нашел в одиночных картах. АВ-2 танковый командир. Дата 21 декабря 2012 года. Расположение, центр Братиславы, финско-российская граница. Смотри, какая глупость. Причем Братислава и финско-российская граница. Но составитель этой карты, похоже, вообще не знает, где что находится. Ну тут, как мы видим, на большой... Кстати, карта загрузилась. Иногда карта не загружается в одиночных картах, а тут загрузилась. На каком-то... Видишь, тут вражеская бронетехника. Это танковая карта. Наша, как бы, зона операции его. Вот экипажи танков. Мистер Эд, Донки, Рад, Кадавер и Би-2. Какой-то. Множество вражеской, как мы видим, техники везде раскидано. Снежная, да, карта. Это будет снежная. Сколько вражеских танков? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 вроде единиц. Тут какая может даже наши стоят вертолеты, 2 единицы. Точка Б. И какое-то здание тоже с вертолетом. Ну, вроде как больше ничего не видно. Да. Вот такая вот карта. Так, ну надо почитать. Первая ситуация. Погода, идет снег. Рельеф местности. Горы и тундра. Враг российский. Спецназ и бронетанковые колонны. Друзья, первая бронетанковая армия США. Вторая миссия. АВ-2 танковый командир. Мы застали врага со спущенными штанами и нанесли упреждающий удар по их пограничным объектам. Нам нужно действовать быстро, если мы хотим держать победу. Только при чем тут Братислава-то? Ну, как бы это на финской границе происходит. Мы атаковали их оборону на западе, пытаясь отвлечь их основные силы от важных баз в зоне. Вы войдете в этот район и расчистите путь для беспрепятственного передвижения наших пехотных подразделений. Затем вам нужно переместить военную установку, отмеченную на вашей путевой точке. Уничтожить модифицированные танки и вернуть танк, который они забрали у нас во время предыдущего военного вторжения. В общем, сперли какой-то танк, который надо вернуть. После этого уничтожьте все найденное вами коммуникационное оборудование и отправляйтесь в следующую путевую точку, используя восстановленный танк. Пока на вашей стороне сюрприз. Отправляйтесь на их секретную ракетную базу, отмеченную на ваших маршрутных точках, и возьмите контроль, уничтожив ракету. Пока вы там. Удачи. Третье. Исполнение цели этой операции. Так-то карта непонятная. Может, даже и сложная. Один. Расчистить маршрут для пехотных подразделений. Второе. Уничтожить вражеские вертолеты. Третье. Уничтожить башни связи. Четвертое. Уничтожить радиооборудование. Пятое. Уничтожить модифицированные танки. Шестое. Захватить секретную ракетную базу. Седьмое. Уничтожить ракету. В общем, я не знаю. Пока вот непонятно. Что это такое? Ну, начинаем, пробуем. Если не получится с первого захода, так сказать. Браво, move out and eliminate the hostile forces ahead. Copy that command. On my way! Так, ну вот, поехали. И вылезти я, кстати, заметить не могу. Из колесного танка Е9. Enemy armor spotted. Так, едем, вон там танк. Церковь. Березовая церковь.
мне даже не выжить. Скорее граница там где-нибудь Финляндии и Норвегии, вот там будет. Есть. Тут все равнины. Так вот придумали. Вон там. Попали в свои телефоны. Все, готов. Еще что ли один? Давай. Опять остановить. Вот и битка. Готов. О, слушай, танк. Пошла. Уже дофига уничтожу. Сейчас загрузка. Все, дымит, дымит. Готов. О, еще уползает. Пошла. Димит. Устал. Все, поехали. Так, битва в Березовой долине. О, вот там, там. Так. Димит, димит. Готов. Даже не считаю, сколько их подбил. Центральные вроде практически расчистили сектор. В АС-4, кстати, будет много карт, где там полигоны. Где там тоже с танками будет на полигонах. Сражение происходить. Так. А чё мы... Они такие едут за нами. Кадаверы донки. Сейчас, наверное, еще танки будут. Вон, вон, вон. Это.
Так, накрыли сразу же. Блять, убило. Ну тут прямо в эфире рождение в колесном танке идет. Вначале почему-то я за шофера был. Зачем? Готов. Так, Clear Road for Infantry Units. Иминатная добавила геликоптер. Расчистим маршрут, наверное, это сделаем. Что ж, разгивер налёт. Да, почему так? А где вертолёт? Во! Готов. Вторая вертушка. Да, блядь, сука, ну чё ты едешь-то? Дай сбить. Пизда, дай сбить. Блядь, я не могу прицелиться. Сейчас, сейчас. Сука, да остановись ты, пизда, блядь. На секунду. Вот, видишь, мимо. Что, я смог вылезти? Так, все, я вылез. Так, ну вот танк, на котором мы приехали. Такой вот. С флагом даже. Так, ладно, давай пойдем попытаемся защититься. Первая часть вообще как.
Так, а где боеприпасы? Где-то там. Продвигаться вперед. Все равны на этом задании. А чё, Б, вот где этот танк что-ли стоит? Странно. Да, ну прямо вот здесь. Вот точка Б, короче. Сейчас захватим. Это, может, модифицированный танк? Танки-то надо тоже наружу. Так, ну ладно, давай посмотрим, что тут творится. Давай скорее нормальный арсенал возьмем. С этим дерьмом тебе ничего не сделать. Что делаешь, гадина? Ты что? Ты что? Офонарела? А, кстати, территория-то типа российская. В Карелии, гадина. Так, ну ты давай-ка брать нормальные штуки. Дерьмом вооружен. Давай возьмем сейчас стингер. Надо сбить обязательно. Вот, теперь нормально ты вооружился. Где это пистолет? Блять, убило. Вот он на ловушке. Кирзык, наверное, будет. Все, готов. Ну а что, вертолеты так и не сбиты пока. Уничтожить модифицированные танки. Ну, надо все подрывать. Тут грузовики стоят. Джип, ничего брать невозможно, просто они стоят. Так, какая-то вертолетная площадка из танков вот тут. Я не знаю, коммуникационные вышки тоже, да, надо? Башни связи. Тут, в общем, два танка у них. Один завод, два танка. Вот такой вид на базу. Так, ну я не знаю, подниматься будем. Ну давай за рухом посмотрим, что там творится.
Блять. Танк, что ли? Ни хера не понял, подожди. Сгоревший танк. Танк что ли где-то стоит. Сейчас давай тогда возьмем джавелинчик. Три танка стоит. Забираемся на самую верхотуру. Вот такая база. Она небольшая. Что мы видим? Башня командная, вертолетная площадка, арсенал, три казармы небольших, три сарая, серое вот то здание командное, коммуникационная вышка, два бака. Баки, я не знаю. Так, ну. О, какое красивое, солнце. Да, такое чисто арктическое. Вот виды местности тут очень красивые. Вроде бы ничего нет. Слушай, там ракета. Сколько до нее? 522 метра. Так что вот куда мы должны будем наши устремления, так сказать, устремить. В том направлении. Не так оно и далеко. В общем, получается один объект. Это церковь. Другой. Вот, вот там где-то церковь. Другой, вот это база. И третий космодром. Какие-то дромы. Все, сваливаем. Сейчас будем базу осматривать. Парашют открылся. Так, ну что тут надо делать? Давай обязательно вышку подорвем, скажем. Так, тут что-то есть интересное, давай посмотрим. И точно ничего нет. Столики такие. А, кстати, можно и на СКА написать. На пальце. Держик побывал. Так, ну тут оборудование какое-то, кстати, вон радиостанция. Наверное, надо ее уничтожить.
радиостанция. Все, радиоэлементы уничтожены. Значит, это вот была обязательная цель. Четвертая задача. Башню связи теперь пойдем херачить. Так, ну тут ничего интересного нет. Башня связи. Ну вот, башня связи. Пошли ее ликвидировать. Столен танк и завершайте миссию в базе. Модифицированные танки надо уничтожить. Я не знаю, баки надо, нет. Я их подорвил. Еще в казарму одну можно зайти. Рабаки было не нужно подрывать. Чисто по фану. Так, ну тут просто лежанки, ничего нет. Эти вот закрыты, в эти не проникнут. Так, ладно, давай что думать, танки-то тоже надо уничтожить? Думаю, что да. И во второй танк, наверное, после этого полезем. Очень красиво солнце в Арктике. Показано. В ореоле даже таком гала. Раз классно. Классно. Вот очень-очень красиво сделали, молодцы. Так, ладно, давай танки подрывать. Завоз, не знаю, надо или не надо. Жилики надо, не надо. Ну танки обязательно подрывать. Все, три модифицированных танка уничтожены. Захватить секретную ракетную базу, уничтожить ракету. Вишкапчур, секрет миссии базы, дестрой миссии, завершить. Уничтожить ракету. Ну, тут просто миссии. Ну, короче, ракету надо уничтожить. А вражеские вертолеты еще не добили. Так, а это что за херня? Непонятно, сейчас увидим. Это, в принципе, можно и не трогать. Ну ладно, все равно давай грузовики, бензовоз, это не нужно, в принципе, трогать. Ну, подорвем все равно, чтобы ничего не оставалось. Просто так, просто по фану. По кайфу, как говорится. Взрывается около бензовоза, нельзя рядом стоять. Да, он взрывается. Все к херам разворотит. Так. Предлагаю заруфить эту гору. Почему вертолеты-то не добиты? Вроде нет больше вертолетов. Ну давай зарубим. Позырим. Так, такой вид на базу. Позадим. Что он действующий, этот танк?
Это место, откуда мы приехали. Все это долина уничтожена. Техники. Вот ракетная площадка. Там гадина стоит. Давай ее. А где же еще-то вертолет, блин? А вот мы ехали отсюда, из этого лагеря. Ну там что-то, я смотрю, нету никаких ни птичек, ничего. Так, а что надо уничтожить? Эту херь. Что, давай сходим тогда за джавелином, что там. Сразу прикончим. Видишь, место. А там что такое? А, ну это мы приехали оттуда. Легкий снежочек такой идет. Красиво все, конечно. Танк надо пойти обязательно подбить. Тут такая карта, по которой можем по сути гулять, но вот жалко, что нет ни на чем подъехать, далековато. Снег шуршит под ногами. Кстати, поскольку это одиночная карта, тут же как бы с другим-то человеком уже не зайти, она одиночная. Так тут в арсенале можно сколько хочешь брать. Временного нет ограничения. В обычном надо ждать. Ну пошли, тот танк, приходим к нему. Так, где он там? Пошла голубка. Вот она падает. Видишь, как она ускоряется резко, когда свободно падает. Все, пизда, одного достаточно попадания. Такс. Так, а это кто? А это наш, это Кадавер, Донки, это все наше. В общем, эта долина захвачена. Так, а все, вражеские танки вообще все уничтожены. Давай чисто по фану немного прогуляемся по этой местности. Сходим на базу. Деревню, это как бы финская деревня, назовем ее, откуда начало было. Уж больно красиво тут. Почему бы не сходить? Я вот не понимаю, где вертолет? Почему вертолет? Вроде три. Три сбита вертолета, больше вертолетов не видать. Хер пойми. А ну может. Может там, слушай, в ракетной базе еще вертолет есть. Может вот видишь, еще показано два танка и один у базы и вертолет там же. Ну давай, ладно. Сейчас все равно прогуляемся. Уже идем.
то с танка-то видно было плохо. Там надо будет на русской базе сесть, но танк Б, наверное. Карта-то танковая. Ну, погулять, поскольку можно, так прогуляемся. Вот это финская деревня из трех домиков. Метет пурга тут, вьюжит. Танки стоят. Вот такое вот место. Давай осмотрим по-быстренькому, да. Пикап. Вон печи дымит. О, печи дымятся. Красиво. Для В2 это неплохо. Вот, кстати, арсенал-то тут тоже есть. Так, машинку-то можно взять или фиг? Ага, шиш. Че тут не возьмешь? Так, ладно. Дома не зайти. Короче говоря, тут только в арсенал можно зайти. Танки доступны для взятия или фиг? О, доступны. Погоняем тогда по горам. Так, вот церковь. Церковь. Березовая церковь. Очень, очень красивая рощица такая. Березовая. Сейчас. Как была карта Сан-Сейкера, там тоже можно было гонять примерно так. Ну что, пошли в церковь, помолимся. Помолимся Господу нашему, чтобы он победу даровал. Такс. Пошли наверх, посмотрим. Тут, наверное, пустынно, никого, наверное, нету. Так, там наша техника везде стоит. Ну что, валим отсюда. Так, вон могила этого чувака. Блять, доигрался. Пизда. Танк-то потерял. Видно. Придется взять по новой. Какие снайды тут изрезанные долины. Ну и веселая финская деревня. Так что тут можно брать обратно.
там. Там наши танки сидят. Сейчас на разведку к космодрому попадаем. Там не танки ли? А, из безопасного расстояния. Вон падает ракета. Готов. Сразу тебя обезопасим. Догорают последние танки. Можно попрыгать на танки. Так, давай на холм. Блин, там вертолет летает. Вот такой вид на космодром. Ну-ка, давай-ка позрим. Вот там гады стоят, давай их сразу снимать. Есть. Окей. Всех их снимем. Как одна какая-то пидорская была карта. Я должен был куда-то забраться, а там ни хер заберешься, потому что да, они все время возрождались. Я просто уже почувствовал, что проигрыш будет. Стал просто из пушки обстреливать, и они в итоге там что-то взорвалось, и оборудование сломалось. Все таким путем я видел. Так, а что тут-то стоит? Блять! Ты пизда, сука, ну давай. Хочешь танковый бой получишь. Задымит. Харя какая. Так, нормально. Ну там вон танк остался у непосредственного площадки. В общем, на полях все танки уничтожены. Такая разведка боя. Так. О! О! О, гадов сколько. Там и вертолет стоит. Стингеист. Ты пизда. Ну куда вы? Вот такая вид на ракетную базу. Что мы видим? Ну, вертолет, ну, ракетная площадка с арсеналом наверху, вертолет, какой-то большой большое командное, точнее, здание, и такие какие-то типа каких-то сараев. Там вон, кстати, стоит вертолет, вражеская техника. Так, долбануть надо по этому вертолету. Все, вражеские вертолеты. Ой, тут зачем на паузу? Подожди, подожди. На паузу поставил. Просто. Так, вражеские вертолеты уничтожены. Три летало над русской базой и один над космодромом.
Так, теперь надо шестая задача. Ну, вертолет это была вторая. Какая? Вторая, да. Шестое захватить секретную ракетную базу, седьмое уничтожить ракету. Видишь, танки-то не нужно было сделать. Теперь типа пехота попрет. Вон там танк последний стоит. Сейчас задымит. Готов. Да, тут все чисто. Ну давай я еще раз проедем, проверим. По большей части тут все вычищено. Так, о, гад. Ну что это, гадина? Интересно. База захвачена. Теперь только ракету. Нравится так вот? Там сингерист. Блять, вот я пустил ракету. Готов. Да, просто надо было спуститься в базу. Так, ну-ка позырим. Во! Да ты, блин. Как-то так-то. Готов, блин. Так, ну я смотрю, чтобы там не было гадов. Так, тут у них оборудование, смотрю, да по... В этом здании. Нравится вам? Так, давай смотрим. Ну что, тут все уничтожено. Я подавил их базу. Теперь в порядке эксперимента вернемся на русскую базу и попробуем. Да блять! То есть не все у них. Так. Танк почему-то летает неплохо. Можно опрокинуться, можно. Полет это офигенный. Что, ну, видишь, любые склоны может брать. Что творит? Я уже все сделал. Остается только ракета. Так, ну в радуг, к радугу бесполезно садится. Кикс-экселу надо. Вот кикс-экселу. Красивые очень тучи. Садимся. Запускаем. Все, поехали. Take out that chopper! Типа
говорит, надо вертолет. Айрат погиб после этого. В принципе, это абсолютно было не нужно. Потому что сейчас он нас куда-то повезет, наверное, где там танки эти стояли, которые уже подбиты. Танковая же карта. Ну, с первого захода я прошел еще там просто. Там это, наверное, танки уже. Колесный этот танк такой неуклюжий, мы еле ползем. Уж, наверное, доползем. Попробуем. Доползем, может, нет. Наши едут. Абрамсы у нас. А чё кто-то стоит? Странно. А кто-то чё-то остался, что ли? Рощица красивая. А вот в АВ-2 чё-то таких березок нет. То есть не в АВ-2, а в АС-4. Таких березок нету. Вот уже ракетная база рядом. Наши танки шпарят. О, как его расстреляло здорово. Так кто в экипаже? Дон Кей, мистер Эд. Да, тут уже никогда не поедет. А там кадаверы GB2B. GB2. Так, ну приближаемся к ракете. Снег красиво сделан в оригинале, где там просто треугольники какие-то падают. Блин, а кто-то стрельба идет. Оборудование интересно, надо херачить. Мы сейчас проверим. Лезть-то можно или пока нет? Вот все. Донки, кадавер заезжает. Что-то непонятно, ни хера мы не вылезти не можем.
через авторизм карту. Ну да, просто уничтожаем. Все. В общем, оборудование трогать было не нужно. Просто из пушки вот стреляли. Выполнено 7 из 7 задач. Уничтожено 135 136 вражеских целей. Друзей мирных жителей проблем. Одиночная карта АВ-2. Танк командир. Танковый командир.